Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала, с вами я, Ян Фирмич. Сегодня я буду играть в FNAF Co-op 1, который посоветовал мне Кирилл. Мы сейчас будем вместе с ним играть, поэтому сейчас я все организую, и мы приступим к игре. Ага, всем привет. Так, что-то я би выберу. У нас первая ночь. Сюда этот. Идем искать фонари монтировки. Да. Я сейчас быстро попробую все обыскать. Первый этот был вообще прям кринжовый. Блин, опять этот Федор. То этот прямо хорошо сделал. Где Федор? Федор в башку. У меня. В башке монтировка не стучает. Вот он. Все, я его спугнул. А ты где? А, бой, тебя вижу. Так, я ищу. А, во, я нашел монтировочку себе. Ну, я фонарик нашел, если что. Но я пока фонарь не буду использовать. Я пока... Так, монтировка. Ахтя нет, у нас же вторая потом уже будет. На первой-то ночи мне монтировка бесполезна. Тут же на первой нету. Принтер упал. Все, короче, все, снимай. Летсплей проходим полностью. Себе. Офигеть. Ой, там Федор. Я не знаю, сколько тут будет. Пистолец. Вообще выживем мы или нет? Да легко. Ну ночей тут вроде 5 или 6. Там еще какие-то типа FNAF вопрос. Точнее, ночь вопросительная была, потом начиная это ночь концовки. Да, тут. Как понимаю, где надо сбежать. Да, тут еще доп ночи есть. Ну вот я чё и говорю. Во втором ФНАФе тоже есть там шестая ночь. Ну вот в этом Doom моде. Там типа шестая ночь, там будет Golden Freddy. Угу. Дальше там вот... Потом в четвертых нам ещё поиграть надо. Ха. Нам хотя бы сначала этот попытаться пройти. Ну после этого пойдем в четвертый. О! Четвертый тоже пробуем. Блин, я... Тяпнул, а, ты нажал на Бонни этой? Да, а где гитара? Подожди. Я пошел смотреть, я пошел на гитару. А где гитара? Вот она, вот она, бегает. А, вижу. О, я ее поймал. А, ее ловить надо. У нас, короче, вентиляция накрылась. Вентиляция? Так, а вентиляция у нас где? Вентиляция? Вроде в офисе. А, нет, в офисе у нас аудио. Вентиляция у нас... Тут, где гитара бегала. А, да, интересно, все. Тут была только что Чика, потом Фредди, потом Фокси, потом Баллон Бой, и все в один момент. И я успел их вовремя выключить. Больно много их. Я их успел вовремя деактивировать. Не испаря... А, во, испарилась. Ну, может из-за того, что еще пинг бывает в таком случае, потому что иногда не все игра пингует. Хаза. Может быть. Так, не, я хочу с монтировкой погонять. А я нет, как выше. Испарилась. Мангл? Что? Где мангл? Я только что мангл видел. Офигеть. А, ну так подумать же, в тер... Почему ты катаешься? Я? Да, почему ты катаешься? Я нормально бегаю. Ты реально катаешься, ты это увидишь. Ты катаешься. Ты у меня катаешься, а не пешком уходишь, ты катаешься. Офигеть. Ни хрен. А, кстати, я так понимаю, неважно, сколько мы уже фонариков сменили, если мы уже на прошлом фонарике всю энергию потратили, то на всех последующих у тебя уже нулевая будет. Ну-ка, включи фонарик. Вот, у меня сейчас тратится, я... Если монтировку... У меня нет. Уже... Ну нет, это у каждого человека... Ну, для каждого тут своя. А. То есть, если я на одном фонарике потрачу всю энергию, потом возьму монтировку, и ты возьмешь тоже фонарик, но у тебя еще оставалась энергия. У тебя на этом фонарике будет энергии столько, сколько у тебя оставалось. А-а-а. Так что экономить. Лучше экономить, да. Ну, я обычно экономил, у меня до хрена же было. У меня я почти вот, всю вот. Катку стащил. Mm-hmm. И Федор. А, вот он. Так, у нас 4.16. А вот я... А во, опять? Я его не нажал. Да. А где? Я хз.
А тут уже нету, слушай. Она же бегает где-то. А может, типа, за сбор всех этих гитар что-то тоже откроется у нас дополнительно? А я не знаю, слушай. Вон она. Стой! Иди. Куда? Она убежала. Вот в офис, что ли? Она с офиса удрала. Вот она. Вот она, вот она. Иди, я не вижу. Я пытаюсь ее поймать. Все, поймал. Так, давай следующий активировать. Давай. Я не знаю, что мы делаем. Так, а где она? Где она? Надо найти. Где она бегает? Я не знаю, я ищу. А вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она, вот она, я подойти даже догнать. Вижу. Вот. Она опять в том же месте. Окружаем ее. Она по вентиляции пробежала. По вентиляции она бегает? Она умеет бегать по вентиляции. Так это же полностью. Стой! Куда? Куда она делась? Вот она, вот она. Блин, я ее поймать не могу. У меня фонарь кончился, я вообще тут бегаю и не знаю. Ни хрена она носится, блин. Гитара. Да. Вот она. Ее заманить пытаюсь. Она опять по вентиляции вот добежала. Вот, блин. А у нас система сломалась. Она опять убежала. Где она? Блин, мы не успели. У нас уже почти ночь закончилась. Капец, ты опять катаешься у меня. А, ну клево. Ну блин, а значит как. Ну я не знаю, чем ты катаешься. Ну ты, короче, катался. Ну, клево. Но мы затащили эту ночь. Пол скользкий, я на нем так скольжу. Да, может ты на роликах. Да, ты реально катаешься. То есть. Вообще. А я не в Т-позе бегаю. Нет, ты стоишь. Ты просто не как Т-поза, руки у тебя по швам идут. То есть ты катаешься просто чисто. Так, ладно, сейчас вторая ночь. Жесть. О, там 6.01 было. Ага. Все, тут у нас появляется капканыч. Так. Непон. А это что такое? О боже, что ты такое? Это ты, Фредди Фиолетовый? А ты тоже. А чё, мы Фредди Фиолетовый? А чё? Подожди, стой. А это кто? А, Фёдор, Бонни за мной идет. Инферно, так это ж карта из первого. Так это пасхалка, похоже. А почему так темно? А как? А чё, мы её, что ли, получили за то, что мы это, гитары ловили или чё? Похоже. Подожди, а почему Бонни за нами-то идет? Я не знаю. О боже, ты только посмотри на себя. Ну-ка, стой. Стой. Подожди, дай посмотреть. Офигеть. Это на превьюшку. Офигеть, тут что? Это сюда специальные карты перенесли, что ли? Подожди, это что? Офигеть. Чё так? Его сюда надо заманить, похоже, раз у нас светится эта штука. Чё, в толчок надо его заманить? Где он? А чё будет, если ему попасться? Так мы же как раз таки фиолетовые Фёдоры, я так понимаю, мы убиваем за счет этой пасхалки. Мы должны убить его, по сути. А где он? А вот он. Он не может меня убить. Он за нами идет, то есть написано же было, типа, следуй за мной или что-то в этом роде. Да он меня не пускает вперед. А Вова пускает. Ну, мы опять же катаемся по полу. В принципе, не удивительно. Мы опять бегаем в каких-то полу-т-позах. То есть нам и надо его спроводить к этому месту. Нет, вот этот третий фнафкоп очень хороший. Нет, вот это уже что-то странное. Опять же. Нам его надо спроводить. Наверное, сюда. А может так после каждой ночи будет, типа мы его заманим? Капец, ты стрёмный. А может это мы играем типа за... Всё. За фиолетовых людей? Это я заскринил. А может это типа мы за фиолетовых людей играем и типа... Это типа олицетворение детей, мы их мочим, типа?
Ну, помнишь же вот такую мини-игру, когда каждый аниматроник в третьей части, типа как пасхалка же, помнишь, нет? Когда мы ходили за этим медведем-то. И в одно место надо было бы попасть. Я так понимаю. Наверное, каждая пасхалка здесь нужна. Надо каждую По пасхалку итогу, искать. мне кажется, по итогу, если мы все активируем, мне кажется, там какой-нибудь спринтера будет. Там какая-то концовка должна быть. А что-то из пасхалок должно быть. Я так подумываю. Блин! У нас нету этого Фонарик. ветерок. Я успел. Но я ничего не вижу. Звоночек побежит. Звоночек побежит. И Может там быть, это опять Федор. пасхалка? Федор опять. Не, я так понимаю, эта мини-игра у нас за этих, за то, что мы гитару ловили. Ну да, но прикол, А, знаешь, в чем? капканыч у нас активировался. Чего их так много? У меня фонарика нет. Но я успел его, их обезвредить. Вот смотри, Да. эта штука моргает не просто так здесь. Может быть, это тоже пасхалка? Да я что, знаю, что ли? Мне кажется, она просто так. Она же на прошлой ночи тоже моргала. Наверное. Но Так. вот эту пасхалку мы не видели сейчас вообще. Так, Это что-то пацаны новое. бежит. Там еще Федор у нас. Что-то новое. Так, где у нас капканыч? Я не знаю, где у нас. Так, фонарик. Где-то бегает. А, у нас сломалась вентиляционная система. Он где-то бегает. А где бегает, я не знаю. Я обману его сюда. Успел. Опа-на. Лишь бы он меня не грохнул потом. Потому что я сейчас понятия не имею, где он находится. Наклон. Так, ну я монтировку возьму тогда. Если что, фигню кину. Ты что, шарахнул что-то? По этому. По стене. Я Где не он? знаю, я его приманил, не знаю куда. Его нету. Я вот только бегаю, ищу его. Я его где-то слышал. А, вон он, я вижу его. Где он? Вот сюда иди, где Чика моргает. А, понял, понял, сейчас. Вон он, сзади тебя. А? Да, чтобы он А, не спидранул на покажет нас. он что-то. О, что-то он активизировался. Опасно. Побежал. Обманываем. Я пошел в этот включать звуковой адаптер. Ты понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, там чека опять бежит. Ты фонариком активировал ее? Нет? У меня нет фонарики, я с монтировкой бегаю. Я Но пока я решил чеки не фонарик вижу. экономить. Я не знаю, где он. Ну, где-то вот тут же он был. Где-то бегал, наверное, но я не знаю, где. А, вон он, вон он. А, он там. Но лучше от него Он держаться недалеко от офиса. подальше. Монтировка. А где еще пасхалки? Да я Мы хз. же не просто так тут ходим. Я впервые в это играю. Что, может опять гитару поактивируем? Может еще одну пасхалку сможем? Там Нет, еще гитара какая-то. не была пасхалочка. Или может они с неким шансом появляются? Я не знаю, в том-то и дело. Какой-то шанс. Ну, короче, судя по всему, это якобы предыстория, я так понимаю. Он Нас идет пошел. сюда. Я лучше включу этот режим обмана. Ну, Он пока что же... более легко. Вот по сравнению с первым этим фнафкопом. Ну да, там было посложнее. Первый фнафкоп, мне кажется, вообще пройти невозможно. Типа там, что они там спидранят тупо и у тебя энергии не хватает. Такая прикол в том, то, что Во стамина вроде второй надо будет потом. бесконечна. Потом надо будет попробовать поиграть во второй. Ты же второй скачал? Нет еще.
А. Я и понять четвертый. Не... Четвертый еще надо было. Чего не поспал? Блин, мы не успели. Да. Я знаю. Он дернул щиток световой. Щиток дернул. Ну, якобы. Значит, не сжим. Ага, с этим обновлением. Да. Он здесь. Капканы чтут. И безопасность, я, пожалуй, уйду. Такие? Я недалеко от офиса. Так, а где офис? Ну вот, я в офис побежал. Чинить. Угу. Тоже вроде никакой таковой пасхалки нет. Но пока мы тащим. Надо, а может Фёдора надо активировать? А меня Булун бой тяпнул. Ну, а, да. Кстати, Инферн, слушай. Это же мы, смотри, мы сейчас активировали гитару, вот, ну, получается, пасхалку с Бонни. Да. И у нас в этой мини-игре мы заманивали Бонни. Может, надо также Чику или Фёдора потяпать? Может, вот тогда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Очень. Я его приманил, чтобы не было безопасно. Или не было? Него, чтобы не было безопасно? Да, для него, чтобы не было безопасно. А. Я не знаю, ну тут бы хотя бы что-то нибудь горело хотя бы. Hello. Так, или... у меня был бой фигнул, и у меня теперь нету монтировки. А ну вот фонарь взял. Ой, только не пинг ПЖ. Почти на фулах. Опять пинг? Да. Но у нас же на прошлой ночи, тогда, когда до этого играли, на прошлой ночи именно на этом же моменте был тоже тот же пинг. Странно это. А! Охренеть, он сейчас был передо мной. Ай. Во время пинга. Я чуть на него не тяпнулся. Ну, он там прямо за нами. Офигеть. Вот это было опасно сейчас. Что-то я думаю, я сейчас чуть не сдох. Что с пингом такое? Может, и нет, иногда бывает, проседает такое, если... Прогрузка, может, я не знаю, какая-нибудь. Так, может, плакаты сейчас у нас какие-то активные будут, не знаю. Я не знаю, надо попробовать. Вроде на все плакаты тыкал. Так. Почти. Этот у нас где? Капканыч. А, ну слушай, я сейчас на Бонни нажимаю, с Бонни уже пасхалка не работает. Да-да, я тут... А! Надурил. Теперь отстанет меня. Так. Вот я не знаю, почему Чика тут моргает. Это что-то типа пасхалки, может, не знаю. Ты на неё нажимал? Я пытался сколько раз на неё нажимать, она не нажимается. Ну... Давай попробуем прожить эту ночь, но вроде как второй раз не было такой ситуации. Второй ночи, когда проходил, там не было никакого. Мне бы монтировочку найти. Монтировку пошли покажу. Так. Куда? Знаешь, где будет? Вентиляция? Ну, где вентиляция ученика. Вот туда иди. Вентиляция, которая ведет куда? Где вентиляция ученика? Вот у нас. А, вот здесь, помню, короче. Помню. Пока времени есть. Вот как раз вентиляция надо. Этот где у нас? Вот монтировка. Каркан. Что это? Что это за смету? Каркан, где у нас? Не знаю, но я его приманю. У нас вентиляция пока. Того. Так, тогда пока чини, я буду его караулить. Все. Короче, мне пришлось тратить монтировку на Фёдора. А, ну вот, я чё и говорю. Поэтому я опять без монтировки. А больше вроде нету. Так, он где-то поблизости. Я вижу только фонарик. Сейчас.
отчетливо. Он здесь. Где? Он там, лучше не беги туда нафиг. Что-то до сих пор какой-то пинг есть. Да, есть. Чика, встань. Мне не интересно. А, вон он. Недалеко от офиса. Блин, а я как раз здесь. Ошивается. Его приманю. Ну, всякий пожарный. Для безопасности с него в себя. Отстань, Фокси. Мне сейчас вообще не нужен. А, ой-ой-ой, он прямо около меня. Он за мной попёрся. Чика по столу бегает. Тебе что, вообще хорошо живется, я так понимаю? А, вон он. А, отстань. Подожди. Все, мы дожили. А, все. А пасхалки мы таковой не видели. О, вон он стоит. Я не знаю, какая пасхалка могла быть. Но я на эту нажимал раз 15, наверное, если больше. Поэтому я не знаю, как пасхалка будет дальше. Куда ведет? А, вот куда она ведет. Плакаты, все плакаты, плакаты, я понять не могу. Какие плакаты, что? Вроде ничего такого не это. Не было. Может, сейчас что-то было? Возможно. Может, они не каждую ночь этим пасхалки, может, они периодически. Не, мне все-таки кажется, то, что мы в Бонни активировали, и эта мини-игра как-то связана. Ну, было же еще точно так же с этим. Это? О, фонарик нашел. Третья ночь, а прикинь, сейчас полностью пройдем игру. Ну тогда это получится у нас полный спидран, что ли? Так, я еще один фонарик нашел. А я монтировку нашел. А ты-то бегай с фонарем, я буду носиться с монтировкой. Я ищу пока этого спрингтрапа. Я вот не знаю. Вот он. Спрингтрап, он тут, он в своей стартовой комнате. А. Ну я попробую поискать пасхалки, может быть. Что? Вот это нифига себе, что было сейчас. Он носится очень быстро. Блин, вот этого вот мне не хватало. Не, что-то мне подсказывает, мы его не пройдем сегодня. Опасно. Ты его шарахнул, что ли? За мной нет, это меня шарахнули. А музыка-то закончилась. А чё он так согрелся, я так и не понял. Так, чё, типа, ночь новая, он сильнее стал. Меня монтировку отжали. Я ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу. У нас аудио... Не, вентиляция накрылась. Где он? Опять. Офигеть! Я его только что видел. А, ну, вот он за мной. А он не быстро бегает вроде. Бегает он не быстро, но орёт. Орёт громко, да. 200 километров. Там мангл было, я тоже видел её сейчас. Всё, его опять застанили. Так, у нас вентиляционная система. Бля, чё у тебя там стало? Да он прям передо мной сейчас был. Может быть, у нас мангл это и есть пасхалка какая-то. Маловероятно. Меня этот бомбой тяпнул. Он фонарик у меня скоммуниздил. Он там за тобой бежал. За мной спрингтрап, наверное, сейчас побежит. Меня сейчас убьют, наверное. Меня убили. У нас вентиляционная система до сих пор с бомбами. А там мангл где-то. Я знаю. Но меня убили. Потому что он убежал в вентиляцию, а я его не видел. Из-за фонарика. Мангл, похоже, где-то в офисе, потому что я ее слышу. Потому что я в том месте сдох. Капец. Я ничего не понял, и меня убили. А только ночь началась. Это подыхаю? Чтоб ты там... Это... Так, а вдруг ты выживешь? Мы же сможем вместе потом начинать. Одному-то скучно выживать. Ну а я что сделаю? Я же как-то пытался выжить в одиночку, когда я сдохший. Труп.
Да, где-то Федор, похоже. А, нет, он где-то рядом. Он где? Я не знаю, но он вентиляцию, похоже, сейчас побежит. Да ладно, я жду смерти. Вот он. А, он тебя не видит, что ли? Беги. Все. Нет, он угомонился. Нет. Вот, да ёпки, так не попадай. Вентиляция не помогла. Класс, он тебя второй раз грохнул. А он чё таким имбовым стал? А я не знаю. Но он это чересчур читерно стало. Медленно, а тут стал таким имбовым. Он чё-то как только это... Ой, блин, я ещё удается. Коленкой об стол. Коленная чашечка. Ага, минус нога. До свидания всем. Блин, а мы только катку начали, а тут уже бац, все. И нет у нас он больше. Он стал больный уж имбовым. А, там еще и бовунбой. Читак. Бовунбой носится. Каких-то таковых сутей я не вижу. Ай, ай, ай. Что за... А во, я... Он встал. А, я тировочку свою любимую нашел. Я фонарик ищу. Я так понимаю, он начинает орать только когда зрительный контакт с нами имеет. Я фонарик ищу, я не могу его найти. Вон же. А нет, это монтировка. Монтировка. Блин, у тебя там этот бежит. Может, нет. А нет, он на меня бежал. Отжал у меня монтировку. Тварь. Я не видел баламбовый вот опять же. Что-то небезопасно тут бегать. Мангл. А, вон он, я вижу, он там прятся. На меня бежит, на меня. А, кстати, фонарик в комнате в его стартовой, где он появляется. Черт. Фонарик там лежит. Я вот увидел. Где ты? Куда ты бежишь? От него бежишь? Да, я от него бегу. А-а-а, отстань. Там вдобавок. Вот я сейчас в его комнате стартовый. Надурить. Да ну-ка, ну-ка. Фонарик мне обязательно нужен, потому что я ни хрена не вижу. О, бежим, бежим. Успел. Короче, давай ты, я-то бегаю с монтировкой, ты с фонариком. Тупо носимся друг к... Мансить просто. Когда выживем. Жесть, конечно. Это где сейчас? А, вот там. Блин, ну как мы так от него мансить-то будем, я понятия не... Ё-моё, какой звук громкий, как ты бьёшь. А вон мангл. Это может пасхалка? Я этого... Бежим, бежим, просто бежим. Я не знаю куда, но бежим, мангл. Пасхалка, значит, у нас мангл сегодня по списку. Нам нужно ее поймать несколько раз, наверное, по заданию. Музыка эпичная, а вот нервишки-то как тягаются, это жестко. Да блин! Нет, меня сейчас убьют! Меня шарахнули и убили, похоже. Ё-моё, давай из-за тебя там... Нет, я очнулся. Где он? Меня убили. А у меня монтировку отжали. А, я меня убили, я, короче, пытался убежать, он меня убил. А я так понимаю, за мной опять бегут. Он меня застанил, короче, сначала, а потом меня грохнул, я в стену ударился. Херово дело. А где он? Я не знаю, он по вентиляции где-то ползал, я слышал. Я понять-то не могу. Куда мне бежать? Чтобы короче, чисто бежать. Бегать по всему этому. Но у нас мангл теперь. А, вот. Вон он. Ой, музон-то, ё-моё, как будто... Как будто эпик битва какая-то. Как будто... Босс файт. Так она еще промежуточная. Еще и вентиляцию надо успевать чинить. А вдвоем гораздо проще будет, если кто-то выдержит такую нагрузку смысловую. Жестоко, конечно. Hello. Ну и как раз она сломалась. А ой, ты прям у него. Тебе еще повезло, что ты живой остался. А, так он медленный.
Да, медленный, но тебе еще повезло, что ты на него не тяпнулся. Так бы он тебя застанил сразу же. В общем, мангал мы, наверное, несколько раз уже нашли. Сейчас, что это за звук был? За. Полун, бой, сети на него. Чмошник мелкий. Все, успел. Жесть, конечно. Он бежит, похоже, где-то. Я слышу. Жесть, вот это выживалка, блин. Ой, он там, он там, он там. Ай! Беги, просто беги. Уж капец, эта игра держит в каком напряжении, жесть. Так он где-то там по вентиляции пытается бежать. Он, наверное, сокращает где-то пути. Пока бегает. Жесть. Вон он ползет. Угарный бабай. О, я сейчас шуганулась от этой чики. Я сейчас так шуганулся, ты, курица. Он где-то, наверное, сейчас по вентиляции шел. Ну, пока слышу, держишься. Угу. Может, ты в одиночку и как раз пройдешь. Но мангал мы уже поймали, как бы, беги. Вон он! Он сокращает пути, значит, это его способность простая. Что самое интересное, музыка меняется с каждым этим, с каждой атакой. Я так понимаю, он всегда мое местоположение знает. Возможно, да. А еще, угу. Что самое интересное, возможно, он еще и крадется, пока ты его не видишь и не слышишь. Ё, не пугай меня. Вот, видишь, чики сейчас нету, вижу. Которая там была. Это, наверное, считалось пасхалкой. Ну, правда, тогда бы мы бы ее использовали. Не знаю, почему. Но мы мангал же вроде просветили, поэтому я думаю, может, считается какой-нибудь поставь. Он где-то там. Он по вентиляции решил сократить и бежать тебе. Короче, просто беги. Хрен знает куда, но беги. Мангал, свети на нее. Это может пасхалкой быть. Блин, он щелкнул, ты сейчас ничего не видишь. Фонарь у меня забрали. А нет. Фонарь не забрали. Что это сейчас за звук был? Мангал, свети на нее. Видимо, это пасхалка. Я не знаю. Свети. Ком напряжение. Жесть. Вот мангал, конечно, вот что-то и дает. Может, она все-таки реально какую-то эту. Бежит. Успел. Прям к чике в лицо. Реально музыка просто меняется периодически. Сзади баломбуя, и скорее всего он бежит за тобой. Я вижу. Капец, музыка меняется со временем, с каждой атакой. Как я заметил. Ой, ём, не, эта игра держит напряжение. Еще топом полнейшим, блин. А, там Федор. Мангал. Самая важная часть, видимо. Монтировку надо. Что, фонарик-то у тебя сколько еще осталось? 199. А, ну ты еще экономишь, пойдет. Также надо еще за мангал следить. Я был он будет там еще. А, ну вот он. В принципе, этот капканыч там был. Ну я думаю, ты затащишь.
Меньше осталось. Не говори раньше времени. Может, не получится? Я почему-то думаю, что Мангл. сложнее. Да и он где-то слева. Вот он, беги. Вот. Просто беги. Фух, повезло. Сейчас еще ты, блин, мешать будешь. Вот, он сейчас где-то неподалеку. Лучше быть осторожным, он может сократить знать его. Бы, где он? Ты что, осветил У как-то? меня 49 фонарика осталось. Ну да, нехило такое. Ну осталось совсем чуть-чуть продержаться. Мангл. И этот. Блин, ну значит мангл. Мангл считается пасхалкой какой-то, вероятнее всего. Он где-то слева. Давай, 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 давай. Пару секунд осталось. Можно сказать. 55. Быстрее. 56. Ой, Чика, не трогай его. Давай, 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 давай. Все. Да! Ура! О-о-о-о. Опа-на! Ё-моё, я выжил. Вот видишь, а говорил, что не справишься. Ну, у меня фонарик-то осталось совсем ничего. Жесть, это вообще жесть. Ну, надеюсь, сейчас пасхалка может какая-нибудь будет. Надеюсь. Я не знаю, ну, мангл-то сколько мы собрали. Мы собрали их дофига. Может, она пасхалкой была бы. Но я надеюсь, она будет пасхалкой. Все, четвертая ночь у нас сейчас. Ты утро запись идет? Да. Я сам вообще в шоке. Нет, блин, жалко, что это, наверное, не пасхалка. Ну не знаю, мангл-то мы сколько собрали? Штук 5. Нет, а, это не блин, пасхалка. нет. А может и была бы пасхалка, но я живой. Не, ну прям а вот сейчас эта вот ночь. Эта ночь будет нудной. Я думаю. Тут все ночи после второй нудные. Так, я монтировку нашел себе. Я ищу фонарик, но надеюсь, я его так, не... Тогда бегаем прямо вот около друг друга. Нельзя разделяться, смотри. Нашел фонарик. Да, во время, когда он начинает атаковать, ты светишь на фантомов, я... Если он уже прям близко, я его бью монтировкой. Ну-ка, там это что такое лежит? А ну вот тут еще одна монтировка. А, и тут еще один фонарик. Ну да. Нормально. Сейчас опять заорет. Сейчас опять заорет. А где он? Так там же был. Вот он. Я его бить. Я... Его не было, короче, тогда. В смысле? А вон он за мной бежит. А ты где? А вот ты. Недалеко от офиса. А. Вот стонь. Опа, а вот это опасно сейчас. А вот это уже атака побыстрее идет. И он идет ко мне. Тебе? Идет на меня. А вот я тебя вижу. Жесть, конечно, жесть. Надо знать, где он вообще появится. Ловить кадр надо. А он может быть из-за вентиляции еще. Вот. А? Жесть, 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 жесть. У меня монтировку отобрали. А? Что это? Это что его, какая-то тут другая стадия? Где? А, нет, инферно, манго вот не пасхалка. Это тоже фантом. Потому что я сейчас в нее присмотрелся, у нее все-таки тоже есть такие следы фантома, то что она. Значит, она, видимо, оглушающая какая-то. Писец, конечно. Монтировка. Он меня увидел, он там. Нету его там. Он там был. Я его видел. Так, сейчас где? Я бегу хрен знает куда и где, я не знаю. Так, а что мы вообще этим-то не пользуем? Он прямо за мной. Как? Я сейчас был тупо в миллиметре от него. Мне марионетка экран. Я вижу тебя. Вон он бежит. Отстань. Монтировку отжала. А это херово. Ну тут фонарик есть, если что. Фонарик. Фонарик-то не монтировка. Да, а это. Мы вообще этими-то аудиосистемой не пользуемся.
Я пользуюсь иногда. Блин, а где пасхалка-то? Я все натыкаю, пытаюсь натычься на пасхалке, я понятия не имею. Где? Там он из вентиляции вылез. Отстань. Вот он за нами прямо. Капец, у нас какая-то босс батл битва что ли началась? Босс батл битва. Ага. Будто батл. А он сзади меня. Я ж подавиться успел. Он разогнался так же, как Бонни разгонялся. Ёпарасоте, вот это херово сейчас у нас. Я был на крае смерти сейчас. Вообще на краю. Все ночи после второй становятся... Ой! Где он? За мной прямо. Все ночи после второй становятся какими-то невыносимыми. Какая-то битва начинается. Блин, Инферн, ты где? А, вот он, вот он. О боже мой, это что? Главное, у меня отжали все мои монтировки. У меня нету монтировок сейчас. А, фантомы, фантомы. Мы даже оглушить теперь не можем. Я не знаю, где он. Вон он. Бежим! Он там, где ты сейчас пытался бежать. Охренеть, охренеть, охренеть. Перед лицом мангл появилась. Боксян. О боже, это реально игра держит напряжение, причем таком колоссальнейшем. И что, по вентиляции решил полезть? А, меня мангл. О, блин, меня это. А как мне читер сцапал? Где он? Он где-то близко. Вон он! Да. Беги! Ё-моё! Офигеть! За хардкор я не пойму. Меня марионетка сцапала. Я ничего не вижу. Не смей подыхать. Что? Я не слышал его. Сейчас приду. Жесть, это хардово. За мной марионетка бегает. Меня убили. А где он появился-то? А не, стоп, нет, я еще живой. Беги, просто беги. Он меня откинул один раз. Ай-яй-яй, меня станет все. Ну блин, какой пинг у нас еще с этим сверху. Что, пинг у нас еще? У нас еще пинг идет сверху. Я частично подтормаживаю. Марионетка, отстань! У меня фонарик кончился. А меня марионетка пытается сдрапать. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Так, этот, знаешь, где он? Он в комнате с игровыми автоматами. А, он за тобой побежал. Блин, меня марионетка опять сцапала. Я ничего не вижу. А меня нет, Чик отцапала. Я ничего не вижу. Я все потерял уже. У меня тут тоже... У меня фонарик да кончился. Что происходит? Я не знаю, что с моим фонариком, я понятия не имею. Со мной тут половина пиццерии бегает. От меня марионетка сцапала. Херово, вообще херово. А меня марионетка... А, это чё, пинг? У нас еще пинг одновременно с этим. А ты где сейчас? Я хозяин. А, вот ты. Вот. У тебя фонарик еще есть? Есть еще, пока а есть. Все, я не знаю, сколько у меня единиц. Сейчас он бежит. Меня сцапало это, у меня нет фонарика теперь. Фонарика нет. А у меня баломбой сцапал. Понятно. Я ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу. Я вообще ничего не вижу, от слова совсем. Что меня теперь вижу? Сцапал. Меня Чика сцапала. И тут мангл с ума сходит. Все, меня убили. Все, я вижу фонарик. Давай. А, у меня с фонариком беда. 4:20. Я ничего не вижу, меня Чика сцапала. Да я вижу. Он сзади меня, похоже, был. У меня фонарик кончился. Ищем монтировку.
Да что мне с этой монтировкой-то делать, я понятия не имею, Ты мне его недолго можешь осталось. оглушить монтировкой на несколько секунд. Я его не вижу, потому что... Меня Мангал пытается еще оглушить. Где он? Вот там что-то валялось, это монтировка, наверное. Я пытаюсь бежать. Я не могу ничего найти. Я вообще потерялся во всем нахрен. Боже, он сзади меня. Судя по звукам, да. Стань от меня, баллон будет, и меня тоже бесит. Вот сейчас беги в... Меня марионетка сцапала, твою медь. Отстань! Да, монтировка там, что ты не берешь? Да я пытаюсь убежать, меня зажимают со всех сторон. Короче, выживи, я же выжил как-то. Да что ж такое-то, а? Мать вашу. Да что происходит? Все, я сдох. Все. Твою мать. Это вообще нечестно. А ты что думал? Сколько? Ой, блин. Писец. Боже, спустя хренову тучу попыток пройти эту грёбаную четвертую ночь. Я не знаю, сколько попытки мы ее прошли, но это было очень тяжело. Я записал только концовку самой этой игры, то есть вот этой ночи, получается, четвертой. И получается, случилось то, что я просто, получается, как... Кирилл, получается, сдох уже как давно. По ситуации. Я большую часть пытался выжить в плане того, то, чтобы мне приходилось бегать просто тупо по кругу, по всей этой пиццерии. По-другому никак не получалось, потому что у меня ничего толком не было, чтобы защищаться мало ли чем, я не знаю. Я просто круги наматывал, я не знаю, наверное, штук 30-40 я наматывал эти круги, блин, пока эта ночь наконец не закончилась, но... В любом случае, этот фрагмент я записал, поэтому сейчас я вам его и покажу. Все. Ну, тут чисто бегать, я не знаю, что мне еще остается делать. Все, только бегать. Каждую минуту. Просто тупо. Это нереально, это реально бесит большую часть. Нереально только то, что мне эти круги придется собирать регулярно. Я не знаю, какой круг по списку уже я бегаю. Но, по крайней мере, я еще живой. Неужто, блять, я затащу? Пиздец. Пиздец. Все. Ой, а вот это сейчас опасно было. Ой, наконец-то. Будь ты проклят, да. Будь ты проклят, мутозвон, Киров, блин. Тварина, блин, из тебя четвертую ночь или как прошли? Нахуй, что мы сейчас будем делать с пятой? Это пиздец. На пятой его не будет? Блин, конечно. Ну, блять, это пиздец. Я в ахуе уже. Ой, ну он и тварь, если честно. Ну и что я, в общем-то, в целом могу сказать. Пятую ночь мы протестировали, поиграли немного в ней видео. Я, короче, в прямом смысле заебался, потому что это пипец как нереально было проходить. То есть мы играли, не знаю, до какого часа мы доживали. Получилась такая ситуация, то что мы тупо сдохли... Даже почти толком ничего не сделав. То есть была такая ситуация, то что в пятой ночи он, получается, не орёт, как на четвертой, то есть его толком не слышно. Он крадется, но носится как можно быстро. То есть очень сложная будет пятая ночь. Я не знаю, получится ли ее пройти когда-нибудь или нет. Так что это вообще... Пока все под вопросом, потому что, ну, это нереально, наверное, пройти. Это получается, если мансит только кругами вот туда-сюда, блин, ну, прям такого эффекта, конечно, вряд ли
получится сделать долго. Потому что, может быть, уже еще и сокращать пути. Ну и еще то, что самое интересное, то, что я был уже на грани смерти. Если бы я не развернулся в том моменте обратно, и время бы не вышло, он бы меня откинул, и меня бы это кое-какое время я не мог бы встать просто. Это еще благо то, что время мало было, уже повезло, что дожил до 6. Потому что, ну это реально, это на жизни и смерти была грань. Либо проиграю, либо выиграю. Тут вообще мутная ситуация была с этой 4-й ночью. Но благо то, что мы ее затащили, и на этом все. Серия выйдет очень долго, поэтому что я могу сказать? Если она вам понравилась, если вы смотрели, досмотрели этот ролик до конца, часовой почти, можно сказать так, то теперь знаете, какие ощущения после этого видео и после этой игры у меня были. Я вообще не знаю, это просто жесть. Ну, это не описать словами, которые мы просто проходили. У меня уже просто нервный шок был, уже нечего было терпеть, у меня просто бомбило по полной программе в этой игре после 4-й ночи. Так что вот. Ладно. Я надеюсь, если вы досмотрели до конца, я надеюсь, что вам понравилось. На этом ролик заканчивается. Всем спасибо, кто посмотрел. Увидимся с вами на следующих видео. Всем удачи и всем пока. И обязательно, конечно же, скажет пока Кирилл. Давайте, всем пока.